Санкт-Петербургский государственный технический университет и телекомпания «Золотой телец» продолжает цикл программ «Вечера в политехническом». Я приглашаю на сцену народного артиста Советского Союза Георгия Жонова. У нас в гостях Лев Дуров, Роман Карцев, Григорий Горин, Юрий Шевчук. Сорок три, не семь на восемь. Сорок три, не шесть на восемь. Но, увы, не двадцать шесть. Свет — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Приходит весь юга. С юга птиц прилетают, снегами гордо, и не до сна приходит время. Мужчины приготовятся и головы теряют, и это время. Одни мужчины называются леса. Тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Что нам ветер, да на это ответ. Многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. А какие играли музыканты, мальчик, какие играли музыканты, а мы не знали в честь кого. Но мы подтягивались. Торжественно шли трамваи, отменялись концерты, а мы гадали, кто Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вдруг праздничный, торжественный голос диктора вчера в 16 часов после продолжительной болезни. Ай, Суслов! Тот его давно не было видно, тот он таблетки на трибуне глотал. Папа сидел. Видел я эти обыски, свидетелем был. Видел глаза мамы. Поступил, но потом двух человек отчислили, и у меня тогда была фамилия Кац, меня отчислили. Что вы говорите? Да. Мужчина, что вы третесь об меня? Перестаньте тереться! Совершенно спокойный мужской голос. Мадам, у вас сексуальные галлюцинации. Лейтенант неизвестный Эрнст, когда окружен бобьем, как ихтизар нетрез, ты пьешь за моим столом, когда пижоны и паиньки кричат, что ты слаб в борьбе. Я чувствую, как памятник ворочается в тебе. Империя держалась не только на штыках. Она держалась на совместных браках, на совместных дружбах, на совместной пьяни, на совместном рынке. Да? Что, братцы, я вас очень люблю.
очень, очень жалко, но это же неизбежно, что я вас не увижу потом. Через несколько лет. Но я уверен, что вы будете такими, каким бы я мечтал быть, но у меня не всегда удавалось. Каждый москвич, он где-то у него тайная любовь к Петербургу, а сейчас в связи с изменением политической ситуации она у многих просто растет гипертрофирована. Я считаю себя ленинградцем, вот ленинградцем, петербуржцем, петроградцем, потому что родился я в 15-м году, когда город назывался Петроград. Вот, и так до конца жизни своей считаю себя петроградцем, петербуржцем. Мне Игорь Дмитриев, я его встретил вчера вечером на вокзале в Москве и сказал, что я еду в политехническую, он сказал, почетно. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем эпигас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет о нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Это значит взаимно делиться опытом. Those who were not considered Teutonic and racially pure had no place in Nazi Germany. It shall be the policy of this station to regard any nuclear missile. By the Soviet Union on the United States, requiring a... He was at first in 1985 in apartheid Africa, which been. Only three people could live secure in that place. Это было не погребение, была воля спокойная скул, был над родиной выдох гребельный, он по ней слишком сильно вздохнул. Добрый вечер. Санкт-Петербургский государственный технический университет и телекомпания «Золотой телец» продолжает цикл программ «Вечера в политехническом». Должен вам сказать, что, начиная цикл этих программ, мы, конечно же, мечтали пригласить на встречу с вами одного человека, которого сегодня нам пригласить удалось. Я приглашаю на сцену поэта Андрея Вознесенского. Андрей Андреевич, я представляю, как вам, наверное, ненавистен уже этот вопрос, но я ничего не могу с собой поделать. Это традиционный вопрос, с которого мы начинаем каждую встречу в политехническом. А вопрос следующий. Какие ассоциации вызывает вас это словосочетание «Вечера в политехническом»? Случилось так, что позвонил мне Хуциев и пригласил на съемки. И сказал, что съемки будут проходить в политехническом, где выступал Маяковский, и там Северянина выбрали в короли поэтов и так далее.
Вот я сначала, честно говоря, не очень к этому хорошо отнесся, но потом это удивительное было время, потому что там неделю целую мы снимались в одной аудитории. Причем сидели люди, как и вы, но каждый человек на своем месте сидел. Сначала мы читали программу, которую надо было 5 стихотворений прочитать, вот, а потом уже читали все, что угодно. И когда это все кончилось, это было невероятно, потому что понимали, что этого не повторится больше никогда. Это была удивительная аудитория. Это были... Там девушка сидела здесь, мальчик сидел. Все это было потрясающе совершенно. Это родные люди стали. Но я прочитаю вам стихи, которые называются «Прощание с политехническим». Политехнический, политехнический, по снегу фары шипят яичницей, милиционеры свистят панически, кому там хнычется в политехнический, ура, студенческая шарага, а ну шарахни по совым мещанам свои затрещины, как нам мещане мешали встретиться, ура вам, дура, в серьгах-будильниках, ваш рот как дуло, нацелен бдительно, ваш стул трещит от перегрева, умойте 100 лет налево, ура, эстрада, но гасят бра, и что-то траурно звучит, ура. 12 скоро, пора уматывать, как ваши лица струятся матово, в них возникает, как сквозь экраны, все ваши радости, досады, раны. Вы третья с краю, с копной на лбу, я вас не знаю, я вас люблю, над чем смеетесь, над чем всплакнете, и что черкнетесь, косясь блокнотик, что с вами синий свитерок, в глазах тревожный ветерок. Придут другие, еще лиричнее, но это будут не вы, другие. Мои ботинки черны, как гири. Мы расстаемся, политехнический. Нам жить недолго, суть не в овациях. Мы растворяемся в твоих количествах, в твоих просторах. Политехнически невыносимо нам расставаться. Ты на кого-то меня сменяешь, но понимаешь. Пообещай мне, не будь чудовищем, забудь со стоящим. Ты ворожиму, храни разиню, политехнический, моя Россия, ты очень бережен и добр, как Бог, лишь Маяковского не уберег. Поэты падают, дают финты, меж сплетен патоки и суеты, но где б я ни был, в Москве, на Ганге, ко мне прислушивается трагический гудящий раковина гиганта, большое ухо политехнического. Ну и что, я прочитаю что-то еще, чтобы вы поняли, как я деградировал с тех пор, как политехническим писал стихи, это 60-е годы были, я что-нибудь из 80-х годов прочитаю. Ну, ты из «Юнона и Авось» хотя бы. Сага. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонивши тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, и уже никогда не увижу эту реку в мурашках простуды, это адмиралтейство и биржу, я уже никогда не забуду, и уже никогда не увижу, не мигают, слезятся от ветра, безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета, я тебя никогда не увижу, даже если на землю вернемся, мы вторично согласны Гафизу, мы, конечно, с тобой разменемся, я тебя никогда не увижу, и качнутся бессмысленной высью, пара фраз, долетевших отсюда, я тебя никогда не забуду. Эти я никогда не увижу. Это стихотворение очень хорошо известно всем, поскольку, конечно, все знают «Юнону и Авось». А вот вопрос, который очень всех интересует. Вы написали, какие стихи вы написали для песен? Для песен? Да. Есть ли песни на ваши стихи? Вот так, точнее. Унизить меня хочет. Унизить меня хочет. Знаете, но песни что такое? Это когда не было денег совершенно. Я написал песню такую с Павлосом «Барабан». Барабан был плох, барабанщик был. Па-па-па-па-па-па. Вот так. Ну и было так. Я нищий был совершенно. И вдруг утром проснулся, и шуршит все. Шуршит, шуршит. Это не деревья за окном шуршат, это купюры шуршали, понимаете? И они везде были... В матрасе везде денег, денег полным-полно, потому что вся Москва, вся страна играла это в ресторанах и были авторские. Это было неслыханное количество денег. Потом вдруг получилась такая вещь, что Паулс, он латыш и не москвич, московские композиторы обиделись и пошли к директору гостелерадио. Лапин был такой, это жесткий человек, хотя гурман был, он очень любил поэзию, но жесткий человек был. И вот они пришли к нему. И один из композиторов умел играть на рояле, наш композитор. И он
Остальные нет, остальные на кормушке там. Вот. Но он и сказал: вы знаете, что это за песня, барабан? Нет, это израильский гимн. И он так сыграл, что теперь папа, и получилось играть израильский. Все попадали от страха. Вот. И на следующий день запретили, совершенно запретили барабан по всей стране. Вот мы с Паулсом обиделись очень и написали «Миллион алых роз». И тогда им все равно пришлось нас кормить, поить. Ну вот такие песни. А сейчас есть «Мерзнет девочка в автомате», там всякие, это уже берут стихи мои, кто-то исполняет их, всякие песенки. Но я так несерьезно к этому отношусь, хотя считаю, что Пушкин тоже бы писал песенки, я думаю. Безусловно, у него с материальным положением было бы в наше время очень неважно, да. Это точно. Да, но сейчас это не помогает. Сейчас тогда серьезные стихи. Да. Ну, давайте я вам прочитаю что-нибудь связанное с Петербургом. А, ну вот. Я вам скажу, что есть гениальный художник Марк Захарович Шагал. И он один раз был в Петербурге, он приехал в Академию вашу, вернулся из эмиграции. Он был в Москве, в Петербурге, зашел в Академию, его никто не узнал. Он тихо прошел по коридорам и ушел. Он рассказал это мне. Вот. Теперь, где он учился раньше. Вот. Теперь, когда он приехал в Москву, ему надарили фурцы всякие, там была мисс культуры, корзины цветов, все такое. Обещали сделать выставку, не сделали, конечно. Вот. Но в Переделкине я подарил ему букетик васильков. И он расплакался. Это было его витебское детство. Он сказал, что вот это синий цвет. Все витражи его и в Израиле, и в Нью-Йорке, в Париже. Везде вот синий цвет его. Я написал стихи «Васильки Шагала», которые я вам прочитаю сейчас. «Васильки Шагала». «Лик ваш серебряный, как алебарда, жесты легки, в вашей гостинице ляповатой в банке спрессованы васильки, серый цветок из породы репейников, новосиний не знает соперников. Марка Шагала, загадка Шагала, рубь. У Савеловского вокзала это росло, у Бориса и Глеба, в Хохотеннепо и Чебурек. Вопли хлеба, чуточку неба, небом единым жив человек. В них васильков голубые зазубрены, с этой неистовой тягой вверх. Поле любимо, но небо возлюблено, небом единым жив человек, как занесло васильковое семя на Елисейские, на поля, как заплетали венок вы на темя. Гранд-опера, гранд-опера, кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят синяки, твои сорняки всемирно красивы, хоть экспортируй их сорняки. Вопли выйдешь, будто захварываешь, вопли углические зрачки. Ах, Марк Захарович, все васильки. Все васильки, ни Иегова, ни Иисусе. Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимый синий завет. Небом единым жив человек. Андрей Андреевич, как вам Петербург? Петербург прекрасен, он всегда прекрасен. Ну и потом, я вот в прошлом году написал стихи такие там, я сейчас играю в такие слова, которые одно переходит в другое. Питер, 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 Питер. А гостиница европейская, в которой вы всегда останавливаетесь, какой на вас производит впечатление? Знаете, она всегда прекрасна, потому что оттуда всегда пешком. Я по традиции там живу, но, честно говоря, мне раньше немного больше нравилось, потому что этот евроремонт, он стал более стандартный какой-то. Но все равно это удивительное место. И русский музей, все это, когда идешь. И потом, знаете, у меня в архитектурном институте была работа Камероновская галерея. И вот я до сих пор помню себе наизусть все эти там прожилки, мрамор, все. Так что это удивительный город. Спасибо вам за него. Кстати, вот когда я читал вам из «Юнона и Авось», я в Америке когда читал эти стихи, когда «Адмиралтейство и биржу, я тебя никогда не увижу», мне пришла записка, это про Бродского написано, нет. Вот там. Так что все связано, Ленинград, культура русская. Ну, я прочитаю пока стихи, пока. Да. Есть русская интеллигенция, вы думали нет, но есть.
не масса индифферентная, а совесть страны и честь. Есть в Рихтере и Аверинцеве земских врачей черты, постольку интеллигенция, поскольку они честны. Нет пророков в моем отечестве, не уважаю лесть. Есть пророки в моем отечестве, зато и пророки есть. Воюет с извечной дурью, для подвигов рождена отечественная литература, отечественная война. Какое призвание лесное, служить ей отдавши честь, есть русская интеллигенция, есть. Вот такая записка пришла вам. Андрей Андреевич, одной из ваших ранних книг удалось, используя знакомство с продавщицами книжного магазина, купить. Это книжечка «40 лирических отступлений» из поэмы «Треугольная груша». Еще тогда, 38 лет назад, меня поразил образ пожар этажей, устремленных к окрестностям рая. Как это может быть? Если можно, скажите несколько слов об этой книге, в первую очередь для нынешних студентов. Она до сих пор хранится в моей библиотеке, сегодня я взял ее с собой. Может быть, вы прочтете что-нибудь из лирических отступлений. Бардам подпевают, а мы вам подговорим. Ну, что вам сказать, это, по-моему, лучшая моя книга в свое время была. Потому что это было открытие Америки, в то же время это не об Америке книга. Она была больше о России, конечно. И там, предположим, стихи «Бьют женщину». Я не мог напечатать нигде эти стихи, потому что мне сказали, в Советском Союзе женщин не бьют. Вот. А потом я принес Луконин. Он был редактор «Дня поэзии», поэт Луконин такой. И он сказал, бьют женщину. В Советском Союзе женщин не бьют, сказал. Это и эти антисоветские стихи мы печатать не будем. Когда я ушел, он сказал, вот, только что мою жену избили, говорит, а он уже стихи написал. Вот, вот я прочитаю вам стихи «Бьют женщину». «Бьют женщину, блестит белок, в машине темень и жара, и бьются ноги в потолок, как белые прожектора. Бьют женщину, так бьют рабынь, она в заплаканной красе срывает ручку, как рубильник, выбрасываясь на шоссе, и взвизгивали тормоза, и подбежали тормоша, и влачили и лупили лицом по лугу и крапиве подонок, как он бил подробно. Стиляга, Чальгарольд, Битюк, вонзался в дышащие ребра, ботинок узкий, как утюг. Упоение оккупанта, изыски деревенщины, у поворота на Купавну бьют женщину веками бьют, бьют юность, бьет торжественно, на пато свадебный гуд, бьют женщину от жарой на щеках, горящей за трещины, мещанство, быт, да еще как бьют женщину, но чистый ее высокий свет, отважный и божественный, религии нет, знамений нет, есть женщина, она как озеро лежала, стояли очи, как вода, и не ему принадлежала, как озеро или как звезда. И звезды по небу стучали, как дождь о черное стекло. И, скатываясь, остужали ее горячее чело. Все. А потом это уже одна актриса мне рассказала случай с ней. Я прочитаю стихи «Бьет женщина». В чьем ресторане, в чьей стране не вспомнишь, но в полночь есть 6 мужчин, есть джаз, есть Новый год, и женщина разгневная бьет. Быть может, ей не подошла компания, где взгляды липнут, точно листья банные. За что не важно, значит, им положено. Пошла по рожам, как белье полощет. Бей, женщина, бей, милая, бей, мстящая. Машь майонезом лысому в подтяжках. Бей, женщина, массируй мордасы за все твои несмятые матрасы, за то, что ты во всем передовая, что на земле давно матриархат, отбить, обуть, быть умной, хохотать. Такая мука непередаваема. Воткни его паялом в солоницу. Мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется кому-то прислониться, увы. Бей, реваншистка, жизнь, как белый танец. Не он, а ты его, отбивши, тянешь, пол-литра купишь. Как он скушен, хрыч, намучится, пока расшевелишь. Но можно ли в жилет пулять мороженым, а можно ли в капроны ждать морозы? Самой восьмого покупать мимозы можно? Виновные валитесь на колени, колонны люди, лунные аллеи, вы без нее давно бы околели, глядите из-под грязного стола. Она шаталась, к зеркалу пошла. Ах, зеркальце, прохладное стекло, шепчу в тебя усталыми словами, сама к себе губами прислоняюсь и по себе сползаю тяжело и думаю, трусишки, нету сил, меня бы кто хотя бы отлупил.
Андрей Андреевич, у вас есть строка «Нас мало, настолько четверо». Тогда давно имелись в виду вы, Ахмадулин, Евтушенко и Рождественский. Как бы вы сказали сегодня и кого бы имели в виду? Да, ну давайте я прочитаю эти стихи. Это у Пастернака есть строчка. «Нас мало, нас может быть трое». Он имел в виду, вероятно, себя, Маяковского и Цветаева. Вероятно, а может быть, Есенина, никто не знает. Так и с моими строчками здесь. Вот все знают, что я имел в виду Евтушенко, Рождественского, я не имел их в виду. Я имел в виду Ахмадулину, конечно, Булата Куджаву и кого-то четвертого на вырост. Вот так. Но просто, чтобы интереснее было. Но я вот прочитаю такие стихи, они посвящаются Белле Ахмадулиной. Нас много, нас может быть четверо. Мы несемся в машине, как черти. Оранжеволосая шоферша и куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный. Нездешний ангел на вид. Люблю твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит. В аду в сковородке долдонят и вышлет к воротам патруль. Когда на предельном спидометре ты куришь, отбросивши руль. Люблю, когда выжив педаль, хрустальный, как тексты в хорале, ты скажешь, какая печаль, права у меня отобрали, понимаешь, пришили превышение скорости в нетрезвом виде, а шла я вроде нормально. Ах, белка, не порь себе печень. Сержант нас, конечно, мудрей, но нет твоей скорости певчей в коробке его скоростей. Обязанности поэта нестись, прозабыв про руд, брать звуки со скорости света, как ангелы в небе поют. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей. Да здравствует певчая скорость, единственная из скоростей, что нам впереди предначертано. Нас мало, нас может быть четверо, мы мчимся, а ты божество, и все-таки нас большинство. Когда Булат Акуджава умер, Андрей Битов, петербуржец, подошел к Белке и сказал, ну, он пошутил так мрачно, он сказал, ну вот, Белка, вас только двое осталось. Вот так, понимаете? Так что жизнь, она непроста. Андрей Андреевич, о чем вы мечтали в детстве, в юношестве? Насколько различны ваши мечты сегодня и тогда? Чудесный вопрос. Избиваются ли ваши мечты? Ну, я, как все, в самом детстве мечтал быть пожарником. Но потом написал «Пожар» в архитектурном институте. Это было другое совершенно. Вот. Сбываются, конечно, мечты, но надо не мечтать, а делать, по-моему, жизнь и мечты тоже. Так что, по-моему, все в порядке. Все в порядке. Вы совершенно упустили, кстати, совершенно фантастическую историю вашей жизни, когда вы в детстве мечтали познакомиться с Пастернаком, и эту мечту осуществили совершенно невероятным образом. Я думаю, что это просто одно из самых потрясающих вообще событий, мне кажется, в вашей жизни. Нет? Это был первый мужской поступок мой. Я написал Пастернаку письмо, послал стихи и не сказал дома. Вот. И когда он отзвонил мне, и мама сказала, тебя Пастернак телефон. Ну, я просто ошалел, она совершенно в обморок, по-моему, упала. А сколько вам лет было? 14 лет мне было тогда. Вот, и с 14 лет, я с 14 лет вместе с ним был. И как-то, если что-то из меня получилось, только благодаря Пастернаку. Вот, ну я, давайте прочитаю что-нибудь с ним связанное. А ну вот, у нас были разные отношения. Я приходил к нему, читал стихи. Но не только о стихах мы говорили, потому что он был мой кумир по-другому. Он, это мораль была, это даже вот отношения с властью, с коммунизмом были. Только через него, потому что это было видно, как ложь была. Все газеты писали ложь про него. Он был чистейший человек. Я сразу рухнул вот это понятие государства и Хрущев. Весь он как-то про Хрущева гениально сказал, что раньше нами правил маньяк и убийца, это Сталин, а теперь дурак и свинья. Понимаете? А Хрущев тогда кумиром был, интеллигенцией всего, он либерализм сделал. Но вот я понял, что это немножечко другое. Ну вот, и однажды он меня взял в театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетта» в переводе. Ему не давали печататься, но он переводил с английского, хорошо он знал язык. И вот в его переводе шла «Ромео и Джульетта». Вот он меня позвал, и я сидел рядом с ним. Конечно, я смотрел больше на него, чем на сцену. На сцене это было уже жуткие, пошлые декорации такие были того времени, знаете, помпезно все было. Но
Ромео был Любимов. Юрий Любимов тогда герой-любовник театра Вахтангова. А Джульетта была Цариковская, Людмила Цариковская. Она уже не молода была, но она играла Джульетту. Но все равно аура была, потому что у них роман шел тогда. И он был ее от Алабяна. Это было просто удивительное озарение такое. Они светились оба, и зал за этим следил. И вдруг на сцене есть там сцена поединка Тибальт-Ромео. И они дерутся на шпагах, и кусок шпаги ломается, и, описав какую-то кривую, хлопается прямо между креслами, моим Пастернаком, в ручку кресла подается. Ну, я тогда был полон мистических всяких чувств, и понял, что, значит, это нас соединило, и Любимов, и потом действительно был Таганка, понимаете, это «Мои антимиры», потом «Берегите ваши лица», Пастернак он поставил, в переводе Пастернак Гамлет поставил, Высоцкий играл, все соединилось действительно. И вот стихи такие. «Твой кумир тебя взял на премьеру, и Любимов Ромео, и плечо твое немело от присутствия слева, вдруг Любимов Скоропира, повезло тебе, крестник. Обломившись на сцене, влепилась в ручку вашего кресла, стало жутко и весело стало. От такого события ты кусок неразгаданной стали, взял губами забывшись. Как люблю вас, Борис Леонидович, думал ты, повезло мне родиться. Моя жизнь передачкой больничную, может, вам пригодится. Распрямись, мое детство согбенное, детство самозабвение, и трагическая рапира, и такая Россия. Через год пролетала над нами в белом гробе под сводом небес, будто в лодке откинутый навзничь, взявший весла на грудь гребец. Это было не погребение, была воля спокойная скул, был над родиной выдох гребельный, он по ней слишком сильно вздохнул». Вот эти похороны, это были первые политические похороны, наверное, в России, когда толпы людей хоронили его, и тут щелкали фотоаппаратами их, чтобы понять, какие люди пришли хоронить его. Ни один писатель не пришел, то есть пришло человек 5. Акуджава там был, Паустовский был, и, в общем, все боялись, от страха сидели под лавочками, жены некоторые пришли только. И вот это было позорное для интеллигенции русской событие, и в то же время прекрасное, потому что вот была маленькая на станции надпись «Пастернак будет хоронить так-то», и вся Москва пришла. Это было потрясающе совершенно. И вот он так лежал на гробе, его несли на руках. Так. Вот вы затронули уже эту историю, как любимовская шпага вас связала навсегда с именем Любимова и, так сказать, с переводами Пастернака. И тогда, если можно, два слова об «Антимирах», об этом совершенно удивительном спектакле театра на Таганке, с которого практически начался театр на Таганке. Да. И который, насколько я знаю, делался на один вечер, а прошел, по-моему, 900 раз или даже больше. Ну да. Но дело было так, что Любимов получил, наконец, он сделал в студии Вахтангова курс, его был, Брехта они там поставили, потом ему дали театр. Но дали театр на окраине Москвы, на Таганке тогда, это окраина Москвы была. И этого театра никто не знал. И вот Любимов сказал потом, как я узнал от актеров, он сказал, что нужен скандал какой-то. И Любимов приехал ко мне с Левиной, это завлида была, и сказал: «Андрей, вот нужен нам скандал. Давайте сделаем ваш вечер, народ попрет, и все будет нормально». Вот. А я был наглый тогда человек, сказал: «Знаете что, я не буду так сделать, первое отделение пускай актеры читают стихи, а второе отделение буду я читать». И вот было два вечера поэты театра, действительно, они сделали такой помост, и сами подготовили, сами выбрали стихи, читали их. И Высоцкий впервые вышел там с гитарой на сцену, впервые. И вот с тех пор пошел в театр, я прочитаю тогда Высоцкому стихи. Они написаны были как оптимистические, смешные стихи, а потом оптимистические реквиемы назывались они. Потом, когда Володя умер, они сейчас по-другому звучат, конечно. Вот, но он любил их слушать. Когда мы вместе выступали, я их читал всегда. Вот, но потом уже без него читаю их. «За упокой Высоцкого Владимира, колено преклоненная Москва, разгладивши бетловки, заводила его потусторонние слова.
Владимир умер 2 часа, и бездыханно стояли серые глаза, как 2 стакана, а по лицу росли усы, пустой утехой, резинки врезались в трусы, разит аптекой, спишенся е, всея Руси, отпетый, ушел твой ангел в небеси обедать. Володька, если горлом кровь, Володька, когда от умных докторов воротит, а баба, русый журавель в отлеть, кричит за 3 земель, Володя, ты шел закатной Москвой, как богомаз мастеровой, чуть выпив, шел популярнее, чем Пеле, с беспечной челкой на челе, носил гитару на плече, как пару нимбов, один для матери большой, золотенький, под ним для мальчика меньшой, Володя, за этот голос хлеб-отцой, дрожь сводит, отхравленный хлеб-соль, мелодии купил в валютке шар цветной, да, не походишь, спи русской песни, крепостной, свободен, а златоустном блатаре, рыдая, Россия, какое время на дворе, таков мессия. А в склифосовке филиал Евангелия, и воскрешающий сказал, закрыть дальники, твоей песню гремя, под маскою врачи произвели реа, анимацию вернули, снова жизнь тебя, и ты оттуда, убив, нам всем сказал, вы все туда, а я оттуда, ва. Гремите оркестры, козырь крести, Высоцкий воскресе, воистину воскресе. Я знаю, что помимо того, что вы стали практически первым автором «Таганки», вы стали и первым автором в знаменитом кабинете Юрия Петровича Любимого, у которого в кабинете, наверняка все это знают очень хорошо, все стены исписаны автографами гостей театра. Автографами, такая кабинетная Чуковка такая получилась у Любимого, и вы первую надпись сделали вы. Значит, было открытие «Таганки» после ремонта. Совершенно белоснежный был кабинет Любимого. И Фурцева, министр культуры тогда, пришла, и вместе с Любимым они ходили, показывали. Он сказал, вот кабинет, здесь на стенах будут надписи всяких знаменитых людей. И Фурцева, она уже поддавшая тогда была слегка, ей дали этого самого коньячку выпить, она весельненькая была, и сказала, поэт, экспромт, поэт, экспромт. Вот. Я взял фломастер, жирный такой медаль, написал, все богини как поганки, перед бабами стаганки. Вот. Она пошла пятнами, она обиделась, потому что она не была баба стаганки все-таки, правда? Вот. И повернулся, ушла. Любимый за ней остановил, еле уговорил, все такое. Вот. А потом они пытались смыть эту надпись, но уже до сих пор она осталась. Так это было. Кстати, она была добрый человек, она не все понимала, скачиха была бывшая, но она добрый человек, она помогала современнику, и вот Любимому тоже, если могла, помогала. У нее доброе сердце было, знаете, как у женщины, которая любить много была и обязана, и вообще, в общем, добрый человек она была. А теперь «Видиомы». «Видиомы» — это такие... Я считаю, стихи будущего, наверное, а может, сегодняшнего, потому что сегодня видео-время. Вот ведь мы сейчас не по радио, а вот через камеру общаемся с вами. И вот эти клипы, которые сейчас заменяют стихи, по-моему, это ассоциативные вещи. И вот мне кажется, что вот такая гена стиха, она находится в букве и в слове, где сжато совершенно до минимума слова. И вот там есть часто имена, которые... И в именах есть судьба. Вот в каждом имени есть судьба. И вот это китайцы древние говорили, и египтяне говорили сейчас тоже. Вот сейчас вы увидите. Я вам передаю этот микрофон. Значит, вот наш экран. Проходите сюда. Сейчас мы... Так. Ага. Это Набоков, бабочка Набокова. Вы знаете, что он собирал бабочки. И это из букв и латинское... и буквы латинские, английского алфавита и русского «бабочка». Это Жаклин Кеннеди, когда видел на выставке «бабочку», ей понравилось, я ей подарил, и она хотела ее поставить у себя на окошко, налепить на окно, чтобы центральный парк с нее видно было в спальню. А потом я попросил ее, чтобы в Париж на выставку сводить. И я, когда привез из Парижа и обратно, она уже умерла. Видите, вот сейчас она летит над Переделкиным, и она у меня в Переделкине, бабочка Набоков такая. Дальше. Так, это Пушкин Александр Сергеевич. И вот видите, его знаменитый автопортрет. Я решил, что это перевернутое П,
Пушкин. Пушкин, видите? Так, дальше. Петербургская вещь. Ну вот, это портрет Ростроповича, ему скоро будет день рождения у него. И когда Галя Вишневская сидела в Париже, я показал, она кричала, как похож, 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 похож. Вот профиль его немножечко. Так. Это Маяковский. Поэт плюс пуля равняется популярность. Но это тоже его имя из, на барабане и, в общем, из букв тоже, поверьте, это состоит. Потому что Владимир Маяковский написано. В. Маяковский. Дальше. Это Барков. Барков был великий русский поэт, который учитель Пушкина был. Я думаю, без Баркова не было бы интонации Евгения Онегина. И он умер. Он это удивительно был такой изящный порно-поэт, такой эротический поэт. И когда Пушкин подошел к Александру Первому на балу, то Александр спросил его, что Пушкин надо сделать, чтобы Россия была счастливой и свободной. Он сказал, надо напечатать Баркова. И вот сейчас, по-моему, напечатали, но ничего, как-то поэтому еще не вышло хорошего. И вот здесь он умер таким образом, по легенде, может и так, может нет, что он сунул себя в камин и в себе всунул последнее стихотворение, которое написано «Жил грешно и умирал смешно». И вот это его мемориал. Я сделал это в гостинице «Челси», там люксовый номер такой. И сейчас я увез видео с собой. А надпись осталась, это великое стихотворение по-русски. Американцы не понимают, в чем дело, но, значит, там осталось золотом написано. Великие стихи. «Жил грешно, умирал смешно». Дальше. Это вот Есенин. Знаете, вот здесь Есенин, это его веревка и шарф Айседора Дункан. И вы послушайте, вот Есенин. Есенин, весенний, вешен, повешен. Вот его в имени уже судьба была, понимаете, точная. Даже не повесился, повешен. Англитер, Санкт-Петербург. Дальше. Так, это наша прекрасная страна, что с ней стало сейчас. Понимаете, да. Это Мадонна, портрет с натуры. Дальше. Ага. Это, вы знаете, это пророческая вещь оказалась, потому что, когда я делал, еще не было этого самого... Государство не делает эти облигации, которые ограбили страну. Вот МММ. И вот такая, значит, Кремль, МММ. В общем, это за 5 лет до этого я нарисовал такую штуку. К сожалению, я не виноват, но... Это девочка с персиком, а у меня девочка с пирсингом. Вот видите. Девочка с пирсингом, кто да. Не понял. Там, к сожалению, не видно цвета. Здесь очень бриллианты блестят и... Такие камушки красивые очень, они все, по-моему. Ну, насколько я знаю, это у вас просто были выставки, ведь видео да. Во всем мире. Ну нет, главное, что в Пушкинском музее у меня была выставка. Пушкинском музее, да. Во всем мире тоже, но это не так. Потому что, понимаете, для всего мира это хорошо, потому что они не понимают метод. Но у нас не понимают метод, но слова понимают. Понимаете, тут хорошо бы совместить это все. Вот так. Так. Да. И теперь давайте-ка я покажу вам сейчас, как видеомы, какой ценой это было. И вот одна видеома. Я говорил уже здесь, мы касались про Никиту Сергеевича Хрущева. И вот сейчас судьба какая-то. Вот 20 век кончился, и в конце века за 2 месяца нашлась пленка. В Пензе нашлась пленка с голосом Никиты Сергеевича Хрущева, который на меня там орет и все такое. Вот. Это было в Кремле собрание. Собрание в Кремле интеллигенции и правительства. Сидело все правительство в правительстве, в президиуме. Вот. И я пошел, он меня позвал сказать ему что-то, что я думаю об искусстве. Я думал, что хотел ему объяснить все, что нужна свобода нам, все такое. Вот он не понял и начал орать на меня.
И вот сейчас вы послушаете голос его, удивительный совершенно. Я прошу включить фонограмму этого исторического выступления. И мой любимый это и я поэт, говорю. Мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как... Это не доблесть. Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете? Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистики, сотрем! Бороться так бороться. Мы можем бороться. У нас есть порох. Вы представляете наш народ? Или вы позорите наш народ? Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Не могу. Я не могу слушать агентов. Вы скажете, что я зажимаю? Я прежде всего, скажет секретарь, председатель Совета, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа, я боец его и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали условия возможные, но это не значит, мы создали условия для пропаганды антисоветщины. Мы не создаем, никогда не дадим врагам воли. Никогда, никогда. Слышь ты какой, понимаете? Я не член партии. Слышь ты какой, он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии, в которой я состою. Не член партии. Товарищи, идет вопрос борьбы историческая борьба. Поэтому здесь, знаете, либерализму нет места, господин Вознесенский. Можете как угодно говорить. Сейчас здесь агенты стоят, вот два молодых человека довольно скептически смотрят. И когда аплодировали Вознесенского, они носы воткнули тоже. Кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит. Никита Сергеевич, простите, я не договорил первой фразы. Ложь! Это, ложь! Это не ложь. Ложь! То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Нет, довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Мы не те, которые были в клубе Петети, а мы те, которые помогали венграм разгромить эту банду. Никита Сергеевич, я то, что сказал, это правда. И это подтверждается каждым моим написанным словом. Не по словам судят о людях, а по делам. А ваши дела говорят об антипартийщине, об антисоветщине говорят. Поэтому вы не являетесь нашим другом. Никита Сергеевич. Он поучать будет. Обожди еще. Мы еще переучим вас. И спасибо скажем. Слышь ты какой, Пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить. Приезжайте, чертовой бабушке. Никита Сергеевич. Посмотрите, поезжайте туда. Поезжайте к своим. Очищайте наш воздух. Хотите получить сегодня паспорт? Мы вам дадим. Сейчас же я скажу. Я это имею право сделать. И уезжайте. Русский человек. Воздух. Русские, не все русские, которые родились на русской земле. Не хотите с нами идти в ногу? Получите паспорт, уходите. Мы в тюрьму вас не посылаем. Пожалуйста.
Вам нравится Запад? Пожалуйста, на дорогу, паспорт, зубы, но не сотри. Пожалуйста. Спасибо. Да. Знаете, сейчас как-то с юмором это все воспринимается, но тогда это было страшноватенько немножечко, потому что, знаете, вот мой отец и мать, которые помнили 37-й год, и во всех газетах было, что я антисоветчик, и статьи большие, и все. И они считали, что меня завтра посадят, все. А я спрятался в Ригу тогда. Считал, что меня там не найдут, и никто не знает, где я. Все наивно было, конечно. И вот корреспондент Associated Press был такой, AP, значит, он, Шапира, его фамилия, он позвонил матери и сказал: «Знаете, где ваш сын? Что с вашим сыном?» «Нет», — сказала мама, — она не знала, где я. Я месяц не звонил, а по Москве слухи поползли, всякие либеральные слухи, радостные такие. Вот, а он сказал: «Правда ли, что он покончил самоубийством?» А мать не знала, и она рухнула прямо у телефона. Вот это страшно. А так, ничего, нормально, жив я. И потом Никита Сергеевич меня, когда на пенсии был, он послал мне привет, сказал, что, в общем, он следит за мной, что его неправильно там ввели в заблуждение, чтобы я, что он за мной следит. Я сказал, что передать Никите Сергеевичу, что я не обижаюсь на него, главное, он освободил людей, а за мной следят другие, сейчас говорю. Вот так что, ну, в общем, нормально все было, но слава богу, что сейчас это уже невозможно, понимаете, сейчас это когда-то тогда было царь и поэт, противостояние такое страшное было. А сейчас, сейчас уже кого интересует, что там думают о поэзии. Все. Да, ну вот я прочитаю стихи, посвященные 8-9 числа, 9 апреля, будет день рождения Эрнста Неизвестного, ему будет 70 лет. Вот. И этот скульптор, наш авангардный скульптор, на него в свое время до меня была встреча с художниками, там на него Никита Сергеевич кричал, он ему противостоял, в общем, было нормально все. Вот, и когда, кстати, когда вот этот крик произошел в Кремле, потом все пошли кушать бесплатно, там хорошо кормили, очень икра была, вот, ну и у меня что-то аппетит не было, я хотел один по коридору. И подошел ко мне никто, мои друзья все отводили глаза, боялись подойти, все. Только Эрнст подошел и сказал: «Слушай, это картофельный царь». Он понимал, что все записывается, но он хотел меня ободрить, говорит: «Этот царь, говорит, картофельный. Понимаешь, он хочет, чтобы его народ хорошо жил, хорошо ел, хорошо срал. В общем, чтобы все было нормально и натурально у него было. Это ты не обижайся на него». Вот, ну, в общем-то. Да. А с Эрнстом Неизвестным была такая история, что он был герой войны. И он был лейтенантом, когда его часть в Венгрии, был немецкий шквальный огонь, и никто не поднялся в атаку. Он один пошел в атаку, и его убило, смертельно ранили, вернее, потом армия пошла вперед, и он попал в госпиталь, потом выжил. А мать получила похоронку его уже в Новосибирске была. И потом долго награды искала героя, нашла его, когда на него как раз Никита Сергеевич орал. И орден ему дали, вот так. Я написал стихи такие: «Реквием по Эрнсту Неизвестному в двух шагах с эпилогом». Лейтенант Неизвестный Эрнст, на тысячи верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. В атаку взвод не поднять, но Родина в радиосеть в атаку зовет твою мать. Эрнст отвечает: «Есть, но взводик твой землю ест, он доблестно недвижим. Лейтенант Неизвестный Эрнст идет наступать один, и смерть говорит ему: прочь. Ты же один, как перст. Против кого ты прешь? Против громады, Эрнст, против 40-миллионного квадратного километрового чудища, против армии и флота и угарного сброда, против культ просвет вышибал, против национал-социализма, против глобальных зверств. Ты уже мертв, сопляк. Еще бы, решает Эрнст и делает первый шаг. И жизнь говорит ему: Эрик, живые нужны, живым. Начнется сирень по скверам. Уже не тебе, а им не будет. 1945, 1946, 1947, 1949 не будет. И ты не поступишь в университет. И оттуда не перейдешь на скульптуру. Не будет. Сердечной беседы с Никитой Сергеевичем не будет. И к тебе никогда не прибежит Жанка. И не цапнет своим мизинцем статуи космонавта, вернее, будет, но для тебя, для того белесого Митьки Филина, который не вылез тогда из окопа, для тебя никогда ничего, не, лишь мама сползет у двери с конвертом, в котором смерть. Ты понимаешь, Эрик,
Еще бы, решает Эрнст, но выше жизни и смерти, пронзающие как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожище и прожекторно, в отличие от зверей, способных к самопожертвованию, единственное для людей, единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня. Лейтенант неизвестный Эрнст, когда окружен бобьем, как ихтизаур нетрез, ты пьешь за моим столом, когда пижоны и паиньки кричат, что ты слаб в борьбе, я чувствую, как памятник ворочается в тебе, я голову обнажу и вежливо им скажу, конечно, вы свежебриты, и вкус вам не изменял, но были ли вы убиты за родину наповал? Я всегда наши встречи с гостями всегда заканчиваю одной из записок, которые приходят из зрительного зала. И вот эта записка, которую просто хочу прочесть. Андрей Андреевич, 30 лет назад мы бегали перед входом в Дом культуры, спрашивая лишний билетик. Вы были для нас поэтом из будущего. Ваши стихи живут в нас. Очень здорово слышать вас сегодня. Если из нас что-то вышло, то, может быть, тоже и благодаря вам, вашим стихам. Я вот хочу передать вам эту записку. По нашей традиции я вручаю нашему гостю с легкой руки профессора Блинова, который, как всегда, на своем месте, которого я с удовольствием приветствую. У нас возникла традиция дарить всем гостям значок студента политеха, выпущенный 100 лет назад, и сейчас как бы к столетию политехнического вновь напечатанный. Так что вы теперь почетный политехник Санкт-Петербургского политехнического. Большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Удачи и ждем новых ваших стихов. В человеческом организме 90% воды, как, наверное, в Паганини 90% любви. Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра, 90% музыки, даже если она беда, так и во мне, несмотря на мусор, 90% тебя.